Доброго времени суток, уважаемый зритель. Сегодня будет немного необычный выпуск, а необычен он тем, что я начну вас знакомить с проектом не с сайта, не как обычно я знакомлю вас с проектом, а начну знакомить вас со статьи, потому что сначала я наткнулся именно на нее и был немножечко ошарашен. Уверен, что кто-то из вас знает о том, что планируют систему 5G, да, то есть наша 4G планирует 5G к 2020 году. Также планирует Wi-Fi 6. И я об этом, если честно, узнал из этой статьи. До этого я как-то не сталкивался с такими вопросами. И данная статья как раз об этом. Проект, как видите, Stask City Project. В чем суть? 5G, как я уже сказал, будет к 2020 году примерно. Но скорость его будет невероятно большая, поэтому, собственно, все и ждут 5G. Ну, сейчас вы узнаете, посмотрите это видео, и также будете ждать ту самую сеть 5G, потому что она невероятна. Вот видите, до 10 гигабайт в секунду. Возможно, передача. Это реально просто вау, я был в шоке небольшом. Но это не самое, конечно, вау. Вау, у меня еще также был Wi-Fi 6, который также выдает практически 10 гигабайт в секунду, там 9,3, по-моему, я читал. Сейчас не найду в этой статье, но, в общем, вы почитаете ее, и где-то написано, что вроде бы 9,3, но около 10 гигабайт в секунду также. И в чем суть? Это не просто будет увеличение скорости, да, как с 5G, а Wi-Fi 6 именно будет очень большие изменения в самом Wi-Fi. Очень много можно будет подключаться. То есть сейчас знаю, что, ну вот лично у меня Wi-Fi, там больше 10, что ли, нельзя, или 6. Ну, в общем, немного. Нет, 6 мало. Ну, в общем, не очень много. Тут же будет просто невероятное количество можно будет подключать. И, собственно, развивается у нас все-таки направление интернет в нужное русло. Наконец-то можно будет и 4К, и 8К смотреть без каких-то тормозов, потому что бывает, что, не знаю, как у вас, где вы сейчас смотрите мое видео, но у меня бывает иногда, что видео подтормаживает даже на 1080, потому что вечером почему-то интернет хуже. Но, собственно, мы с вами... Я хотел немножечко поговорить о проекте. И, в общем-то, вот он, как Stack City подходит к Wi-Fi и 5G в будущем. А также здесь есть информация. Информации здесь не так-то уж и много. Вот, например, давайте я как раз про 4К и 8К говорил. Мы определяем развитие 5G как две фазы. Предварительная и среднесрочная. Что касается восприятия и функционирования пользователя, то на ранней стадии мы прогнозируем увеличение скорости отклика доступа и пропускной способности. Наиболее интуитивных из них является ощущение улучшения различных функций загрузки и видео, таких как качество от 4К до 8К. То есть о чем я вам с вами и говорил. Да, и тут, собственно, тоже немало написано о проекте, потому что они сами и писали, собственно, о себе статью. Ну, давайте еще зачитаем, что у них есть. Хотя скорость передачи операторов и клиентов увеличилась, поставщики контакт-услуг не хотят в больших масштабах повышать скорость передачи своих серверов, поскольку это приведет к значительному увеличению затрат, но доходы не будут значительно улучшены. Я думаю, вы согласны абсолютно с этим, да? Сейчас нам дают интернет, мы им пользуемся, если будет интернет лучше, то, собственно, никто не будет за него переплачивать много, или таких людей будет немного, и поэтому им придется понижать стоимость, и, собственно, будут потери все-таки в бюджете данных компаний. А мы знаем, что у нас все-таки все любят больше деньги, да, чем говорить что-то для народа, делать что-то для народа. Поэтому мне и понравился этот проект, я был немножечко, конечно, в шоке вообще от 5G, от Wi-Fi 6, но вот такое есть.
При таких обстоятельствах операторы связи и провайдеры интернет-контента будут вынуждены предварительно сохранять контент и данные на сервере в круге стадии 5G как можно ближе к стороне базовой станции, что является одним из лучших решений на ранних этапах 5G. Поэтому мы предлагаем наращивать строительство городской сети и городских сетей передачи ОТН в рамках подготовки к первым прогнозируемым потребителям бизнеса для прибытия 5G. То есть, понимаете, да, они собираются постепенно внедрять это, увеличивая именно возможность получения этого самого 5G, потому что зачастую у нас роутеры не справятся с тем, чтобы раздавать хороший Wi-Fi, так же, как и вышки не справятся с тем, чтобы выдавать 5G. Поэтому так же, как и, собственно, телефоны. Да? Но мы с вами обговорили то, что это 2020 год. Там также есть даты 2022, то есть это еще, конечно же, на будущее нацелено. Но будущее, как мы знаем, уже рядом, будущее очень близко, время очень быстротечно. Поэтому я думаю, что мы не успеем с вами и оглянуться, как уже Новый год, и мы ждем с вами 5G все вместе. Ну и в конце, как видите, присоединяйтесь к проекту, вот их сайт, социальные сети. Статейку я прикреплю обязательно, чтобы вы почитали ее полностью, потому что я вам сказал частично, надеюсь, вы это понимаете. Собственно, на этом у меня все. В следующих видеообзорах уже буду рассказывать о самом проекте. Будет интересно, но потому что мне было интересно, надеюсь, что вам тоже. На этом у меня все. Всего доброго и до новых встреч.